20 сентября оказался не лучшим днем для двух нефтекамцев. На нерегулируемом пешеходном переходе возле 52-го дома по проспекту Комсомольский сбили 30-летнего пешехода. Водитель «Рено Логан» не предоставил преимущество пешеходу и совершил на него наезд. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в городскую больницу. Второе дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Дорожная в районе 5 часов вечера. Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3102, не обеспечил безопасность дорожного движения, двигаясь по улице Дорожной со стороны улицы Ленина в направлении улицы Социалистической напротив дома 25 по улице Дорожной. На регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу транспортному средству, двигающемуся во встречном направлении, прямо не меняя движения. В результате чего произошло столкновение с автомобилем «Citroën». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомобиля ГАЗ-3102 1956 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в Центральную городскую больницу города Нефтекамска.